отдыхаешь, но это не от бокса, а недоедание. На такой веселой ноте легендарный боксер Александр Лебзяк открыл серьезное мероприятие – церемонию награждения за вклад в развитие спорта городского округа. Награды более чем заслуженные. Они – итог упорной работы тренеров и спортсменов в течение года. Мы с вами по рейтингу губернатора в области культуры и спорта на первом месте. Итак, я могу еще дальше продолжать, еще похвалиться. Это заслуга всех нас здесь сидящих. Звание спортивной столицы Подмосковья Химки получили благодаря постоянным инвестициям. Сейчас в городском округе есть активности на любой вкус, от футбола до горных лыж. Более того, спортивные объекты постоянно обновляются. Так, одно из новшеств последнего времени – специальные умные видеокамеры, которые сами отмечают посещаемость занятия, сигнализируют о наличии посторонних и в режиме реального времени могут анализировать температуру спортсмена, предупреждая заболевания. Я считаю, что город у нас сейчас на правильном пути. В городе проведено более 2000 мероприятий за год, 800 спортивных объектов. То есть я хочу вам сказать, каждому жителю Химок, я считаю, есть место для того, чтобы заниматься физической культурой и спорта, приводить вместе на эти площадки своих детишек. И я полагаю, что у спорта Химок есть, было и будет большое спортивное будущее. Важной особенностью, позволяющей Химкам из года в год носить звание спортивной столицы Подмосковья, является и преемственность поколений. Тренеры и директоры школ постоянно ищут таланты среди детей, а именитые спортсмены собственным примером показывают детям важность занятий спортом. Я сам провожу периодически мастер-классы по фехтованию для детишек в детских садах и школах. И мне звонят люди, которые меня приглашали, говорят: вот, Николай, вы провели мастер-класс, у нас вот ребенок записался в секцию по фехтованию. Конечно, у меня большая гордость от этого, потому что, значит, я не зря провожу эти мастер-классы. За всю историю городской округ открыл миру свыше сотни спортсменов мирового масштаба и заработал, без преувеличения, десятки тысяч спортивных медалей. Но собравшиеся в этом зале останавливаться на достигнутом не собираются. Впереди у спортсменов и тренеров Химок новые старты и новые победы. Сервер Бекмамбетов, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.